В минувшие выходные в Чувашии произошла трагедия. В цивильском районе возле поселка Нюрши свадебный кортеж столкнулся с грузовиком. Погиб жених и его друзья. Свадебный кортеж жениха и шести машин выехал из Чебоксар в Урмарский район за невестой. Впереди двигался легковой БМВ, в котором ехал сам жених и его друзья. За рулем, по предварительным данным, был владелец иномарки. На мокром от дождя асфальте водитель БМВ потерял управление. Машину закрутило и выбросило на противоположную полосу движения, по которой двигалась Скания из Белоруссии. Шофер фуры ничего не успел сделать. После столкновения грузовик съехал в кювет и лишь по счастливой случайности не перевернулся. Все трое молодых людей, старшему из которых не больше 25 лет, ехавших в легковушке, погибли, сообщают в МВД по Чувашии.